Гульмира Шулукова, директор Красногорской школы, как руководитель учебного заведения, о школьной спортивной площадке мечтала давно. И вот мечта стала реальностью. Лисаковское предприятие «Шаймерден» профинансировало строительство мини-стадиона в поселке Красногорск. Для нас это сегодня историческое, знаменательное событие. Выражаем бесконечную признательность и благодарность. Процветания хотим пожелать этому предприятию. Спасибо им большое за то, что поддерживают нас в развитии села и школы. Аким Лисаковска, к которому территориально относится поселок, отметил, что на предложение властей построить спортивную площадку в селе предприятие откликнулось с большой охотой. И за очень короткое время она была построена и введена в эксплуатацию. Я думаю, еще это не первая, не последняя наша площадка, и мы будем эту работу продолжать. Конечно, в целом хочу сказать, что у нас в городе это 12-я спортивная площадка. На сегодняшний день в каждом микрорайоне, в поселке Октябрьский, в поселке в селе Красногорск теперь уже есть своя современная спортивная площадка. Начатую работу решили продолжить и за зиму на базе школы сделать небольшой тренажерный зал. Сам же директор предприятия пояснил, почему поддержал данный проект. Говорит, в детстве мечтал заниматься на такой спортивной площадке. Я последние две недели наблюдал, как Нурлан Батырханович бегал, переживал за тем, чтобы данная площадка появилась еще до наступления холодов, до того, как выпадет снег, чтобы вы ощутили, получили удовольствие от обладания этой площадкой и смогли насладиться приятным времяпровождением здесь. В честь открытия спортивной площадки были приглашены футбольные команды сел Арка, Красногорск и города Лисаковск. Благодаря новой площадке, планируют местные жители, будут возобновлены спортивные традиции и футбольные матчи станут проводиться регулярно. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск, при содействии телекомпании «Акцент».